поставить классический блок-контейнер сантехнический. Сейчас я вам расскажу, с чего он сделан и какие его преимущества. Первое. Он идет классического размера, 6 на 2,4, 120 швеллер, 75 угол. Здесь у нас идет три помещения. Из этих трех помещений, первое помещение, это у нас душевая. Душевая, то есть на двух человек. Душевые поддоны 800 на 800, полностью смесители, разводка, умывальник, шкафчик. То есть так же самое, здесь идет вентиляция, здесь идет окно 500 на 500, откидное, ПВХ отделка, электрика, линолеум. Обязательно идет во всем блоке ЦСП пол. Далее, второе помещение у нас идет, это сантехническое. То есть у нас идет здесь две раздельных кабинки санузлом. То есть в каждом приспособлен сололифт, который будет выкачивать наши отходы. Так же самое разводка, вентиляция, умывальник для рук и тумбочка для принадлежности. Все то же самое идет у нас электрика, линолеум, ЦСП пол, как я уже ранее говорил. И преимущество нашего блока в том, что он идет полностью автономным. То есть для того, чтобы он функционировал в полном объеме, для него нужно только электричество. Прошу. Здесь у нас идет бойлер на 100 литров, где у нас идет подача на умывальники горячей воды, а также на душевые поддоны. Здесь у нас идет кубовая емкость для чистой воды, которую мы заливаем. Кубовая емкость для отходов, которую мы по заполнению ее выкачиваем. Полностью работает все автономно. Работает насос с полной автоматикой. Так что спасибо за внимание.